Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и уже сейчас Новый год, год розовой свиньи, чтобы все добились успехов, всем всех благ, исполнений желаний, мечты, ставьте цели, добивайтесь их. Но не об этом, давайте же начнем с того, что как же нам очистить память, добавить от 1 до 2, а то и больше свободного пространства. Нужно знать то, что чем больше у вас приложений, тем больше собирается кэш. Вот, когда вы зайдете в хранилище iPhone, вы здесь увидите все ваши приложения, сколько они весят и сколько оставляют за собой кэш. Максимально оставляют за собой кэш это мессенджеры, Instagram и YouTube в том числе. То есть само приложение весит 96, документы, данные 70. Когда вы ведете какие-либо стримы, отправляете фото, видео, данные, все загружаете, оно отчасти все кэшируется, и может быть это в гигабайтах здесь просто хранится. Вот поэтому нам и нужно одно приложение, которое будет чистить эти все кэшевые данные и освобождать лишнее пространство. Вот. Даже посмотрите на эту полосу, вот где красным отмечена эта программа, желтым фото, другое. Другое это именно то самый кэш и те приложения, которые были ранее установлены, потом удалены. Они занимают на секторах хранилища также место. Вот, само приложение, вот оно, Magic Cleaner, я его запускать в режим не буду, потому что прекратится съемка. Вам нужно будет нажать «Чистить мусор», и вы прекрасно с этим разберетесь. Здесь вот также есть отзывы, можете поделиться, оценить и написать разработчику, как бы ваше личное. Вот, чтобы понимали, как это все работает. Вы это нажимаете сюда, на мусорный этот ящик, и начинаете чистить. Примерно 3 раза полный процесс пройдет. И вы увидите сами, что действительно годная программа, она того стоит и она свое отрабатывает, очень качественно. Судите сами, это намного проще, чем делать это через iTunes, подбирать какой-либо фильм или еще что-то, что больше весит. И вот это каждый раз заморачиваться, заходить, там сжать, вот это оно будет там чистить. Это намного проще, удобнее, комфортнее. И как бы стабильно это все работает. Поэтому, в принципе, и все. Ставьте ваши пальцы вверх. Рассказывайте друзьям об этом видео, о моем канале. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.